Февраль будет аномально теплым. Сейчас температура за окном в среднем на 8 градусов выше нормы. Потепление будет сопровождаться обильными осадками. Метель синоптики обещают всю предстоящую неделю. В отдельных районах области возможны туманы. На дорогах снежные накаты, гололедица. Температура воздуха около 0 градусов. Понижаться температура воздуха будет постепенно, начиная со среды. Ночью 5-10, днем 3-8 градусов мороза. Если говорить в более дальней перспективе, то погоду будет формировать западная периферия сибирского антициклона. Поэтому температурный режим будет находиться в интервале ночью от 3 до 13 градусов мороза. А дневной фон температуры от минус 1 до минус 8 градусов. Существенных осадков, по предварительным данным, не ожидается.